аккордеон. Явно древний. Слушайте, вообще ужасный. Это еще один резонатор почти сделал. Мех сделали, вот уже красивый. Но компрессии все равно нету. Все связано. Это и клапана, и дека, и корпус. Ну, так же и света, а то не аккордеон. Правда, а бас какой здесь? Бас вообще. Как у баянчика, да, такого. Да. Ясная поляна прям. Обожаю, да, баяны такие. Супер. Ой.
Теперь хоть вот хоть на свадьбу прям сейчас. Супер, да? Да, супер, это прям да. Восхитительная вещь. Наконец-то да. Он заиграл на полную катушку. Да не куда скрипит. там ужас просто. Не... Мы кинем на YouTube, посмотришь, да. Какой он был. Вот здесь прям посильнее, потому что такие ремни немцы так делают. Вот так, раз, наторочил. Ага. Да, ну, какой супер, прекрасный. Да. А посмотри, какой ткань, да? Перелевучая, видишь, какая специальная, видишь? О, перешоточка немножко выпрямилась. Так выпрямилась. Да, вижу. Это все делалось. Ничего не стучит. И не стучит, и кладет. Ну все поменено, все новое. Все поменено. И видишь, не проваливается. Да. Полутона, которые идут. Вообще бомба. Да и здесь. А здесь вообще я тебе поставил такое, чтобы мощное его, вот. Да, чтобы не перетерлось. Да, не перетерлось. Это они специально поставили, чтобы ставить на стол. Да. Ну, на пол поставил, чтобы не затер, вижу, да. По-моему, меняли здесь. Уголки меняли, да, все четкие, видишь? Здесь прям сделано как следует, типа. А это итальянский лидерин, блядь. Да, теперь еще на 100 лет. Не, ну не затирай, береги. На 100 лет теперь. Лидерин итальянский, помнишь твой такой? Сейчас Олег тебе покажет. Да. Он страшный был. О, теперь на 100 лет.